Всем привет! Тысяча лет, тысяча зим не виделись, это вообще мы просто пропали. Вот, в предыдущем видео я вам рассказала примерно, что происходило у нас на этой неделе, которую мы не показывались. Вот, а сегодня у нас новые дела уже, мы снова в бой с Леркой. А, поедем сейчас в хоккейную... Как это? Академию, в хоккейную академию насчет Макара. Узнаем, что нужно сделать, чтобы его... записать, в общем, и возить на тренировки. Товарищ уже созрел, на роликах стоит уже довольно-таки уверенно. Я думаю, уже можно попробовать. Вот. И плюс еще Лере сегодня по работе нужно поехать в новое комьюнити, посмотреть новые дома. Вот, я с ней напросилась, потому что мне эта тема очень интересна. Я еду их тебе показать. Ну да, но я просила просто, тебе же тоже нужно. Вот, и, короче говоря, поедем, посмотрим еще раз новые домики в другом комьюнити, покажем. Оставайтесь с нами. Так трясешь прям меня сильно. Все трясется. Я проверяю твою стабилизацию. Она не включена. Надо было предупреждать. Мы подъехали. Сейчас пойдем внутрь. Посмотрим обстановочку, что как. А сзади вон уже идут маленькие хоккеисты с клюшкой и с сумкой. Что-то написано closed. А почему? Итак, у нас немного поменялись планы. Мы сегодня не едем смотреть дома. Отменили свой appointment. Приехали в Walmart. И сейчас сделаем такую мини-закупочку вместе с вами. Погнали. Так, нам нужен отдел домашней техники. Мы сейчас идем туда. А потом вернемся в овощи и фрукты. В общем, пришли мы в наш отдел. Мы ищем себе тостер Owen, ну, тостерную печь. Вот, я хотела взять вот эту модель, у которой мы видели такую в Костко, я вам показывала. Потому что у нее здесь увеличенный внутри размер за счет того, что у нее задняя стенка полукруглая. И влазит довольно-таки большой прям противень. И вот, в общем, увеличенный объем внутри. Но Лерчик мне тут сказал одну такую довольно логичную вещь, что у нее очень большие зазоры в дверцах. И, скорее всего, горячий воздух будет выходить. То есть она будет плохо держать воздух. И будет большой расход электроэнергии за счет этого, мы так думаем. Вот, и сейчас решили, в общем, посмотреть какую-нибудь другую модель, например, вот с такой дверцей. Более такой стандартный. Вот. И в общем будем думать. Не знаю. Это может быть, конечно, она так собрана, она, конечно, не дороже, очень. Но она какая-то люксовая. Ну да, она же эта фирма другая совершенно. Она прям классная, да. Ну, это надо нам вернуться в Bed & Bath. Нет, это не в Bed & Bath. А где? Это в этом. Хотя в Bed & Bath может быть тоже. Это... Bed & Bath купоны есть. Это в Вильямс-Сонома, это в таун-центре. А, да, ну, мне кажется, в этот надо съездить. В общем, а эти все, они тоже классные, но они очень маленького размера, они нам не подходят. А Ева просит у меня эту печку, потому что она ей нужна. Есть такая тоже, но та же самая петрушка. Но здесь хотя бы есть такой, такая планочка, а там прям очень большие щели. Вот, короче. Так они, эти печи очень классные. У них и функция разморозки, и тост, и выпечка, и гриль. Короче, все абсолютно функции, но не знаю. Давай будем думать. Мы посовещались. И решили ехать в другой магазин за печкой, потому что эта печка, ну, вообще ни о чем. Так что едем. А, тележку бросаем, да? Все. Лерка нашла хорошую модельку. Поедем посмотрим ее вживую. Она там, надеюсь. Да, надеюсь, она там будет. И мы сможем ее купить. Поехали. Мы приехали в Bed Bath & Beyond. Сейчас пойдем искать нашу печку. Лерка же у меня такая там. Сказала, лучше взять подороже, но покачественней, чем вот эту вот какашку с Walmart.
Короче, я с ней согласна. Мы идем сейчас посмотрим то, что она предлагает. Так, мы пришли в нужный отдел. Сейчас будем искать тупичку. Нашла? А я увидела как раз здесь печку, которую девочки в этом фейсбуке обсуждали. Вон там, Кузинарт. Что-то здесь даже решеток нет, дочь. Должна быть, по идее. Даже в этой мини-модельке есть решетка. Что-то выпищено. Ну, явно, да. Явно кто-то вытащил. Здесь есть, да, на картинке? Это она же? Да. Вот представляешь, это 1800 ватт, а та была всего 800. Она намного мощнее, конечно, стоит. Вот у него там даже под фри есть. Вот это вот настоящий air fryer. Так, здесь у нас тоже есть очень много всего. Мне вот эта печка больше нравится, чем та, если честно. Намного больше. Ой, это вот это вообще 449. Обалдеть. Такое меню. Прикольно. Это микроволновка, скорее всего. Так. Лерчик, вот эта печка прикольнее намного, которую вот я тебе говорила в фейсбуке, девчонки в посте обсуждали. Мне нравится это. А, там намного больше функций. Так, здесь еще есть вот такой KitchenAid, он тоже на 1000 ватт, 28 литров объема, 12 у него готовых программ встроенных. Такой симпатичный. Сейчас мы с вами его откроем, посмотрим. Ну, тут это тоже прикольненький. Написано, что готовит чикен, курицу на 20% быстрее с двойной конвекцией. Тут двойная конвекция. Ну, не знаю даже я, что теперь выбрать. Лерка там что-то ее пытает. Вот такой еще есть KitchenAid. Мама, почему ты хочешь, чтобы у меня стартый? Сейчас, дочь. Мне нравится, во-первых... Честно, все, кто мне говорил, что лучше не брать тостер овен, слишком много. А тут не слишком много, здесь просто они нужны. Окей, toast, bagel, bake, boil, pizza, roast, dehydrate. Слишком много это вот. Это микровейв функция. Тут, короче, air fry еще. Вот это здесь вот все в одном. Это не air fry. Snacks, nuggets, это air fry сама печка, понимаешь? Это не в три в одном. Вот это три в одном. Микровейв, это духовка и еще air fry. Okay, я не знаю, там что она тебе сказала? Она будет там. А? Будет там решетка? Она $500 стоит. Такую не хочу. Вот смотри, есть еще KitchenAid. Он еще дешевле, но он красивый. Подожди, отойди. Смотри. Он тоже 1800. Мне кажется, он как старый телевизор выглядит. Господи. А этот что, выглядит как новый телевизор? Да, он выглядит. Ну красиво, но ты посмотри, у нее уже все облезлое. Все, вот это все облезлое. Вот протерли они тут не пойми чем, и так все и осталось. То есть металл странный довольно-таки. В смысле, а чем та отличается? Она точно такая же stainless steel, мам. Если stainless steel притереть чем-то, она такая и будет. Просто та выше находится, ты не видишь. Так, здесь, получается, крошки удаляются. Это time, pizza slices, это подогрев. Darkness, температура. Вот как ее тут выставляют? Это вот тут будет, да, получается? Есть Фаренгейт, есть в Celsius. Вот тут функции выбираешь. Угу. Start, cancel, defrost. Этот, convection. Вот здесь будет в наличии три, да, этих вот таких разноса. Нет, тут будет больше. Вот, это наш.
А, вот это? Да, вот то же самое идет, и вот это optional, это можно купить. Добавить, да? Да. Ну, то есть решетки все-таки нету? Есть. А где? Ну, она здесь тоже, видишь, не написано в маленькой, но в маленькой она идет. Это просто уже как бы по умолчанию. Вот это вот наша модель, которую мы хотим? Да. В итоге общими усилиями мы выбрали Fuji Ninja. XL размер. Да, здесь не написано, что нельзя эти купоны. Вот, классно. Значит, попробуем на почту. Я уже себе сохранила купон, сейчас дам. Тебе помочь? Давай я помогу. Он, мне кажется, очень большой. Нормально, мам. Мам, ты меня только не чаще. Сказал мой ребенок и потащил сам. Ты коробище, обалдеть. Вот так. Все. Все, сейчас я тебе купончик перешлю. Ты так покажешь. Все, так, поехали. Ну, соковыжималку, но ее здесь нет. Такой, как нам ну, надо. Да, закажу ее тогда. Окей. Замучилась своего старшего ребенка сегодня. Смотрите, какой мы с Леркой душ увидели. Получается, душевая головка, она идет с ароматерапией. Вот сюда вот вставляешь капсулу разных вкусов, у тебя будет расслабляющий. Не там... вкусов, а запахов. Скорее. Да. Короче, вот Sweet Morning, это сладкое утро, энергическое утро, короче, энергичное, Tropical Day и что это? Время Zen. Время Zen, короче. Вот такие вот капсулы, они похожи на кофейные капсулы. А вот сюда они вставляются, и ты получаешь заряд бодрости на весь день. Лера уже их все перенюхала. Мне нравится вот это и вот это. Огонь вообще. Вот так они выглядят, эти капсулы. Смотри, 5 капсул в наборе. Обалдеть, круто, классно. Да? А сколько сами капсулы стоят? $16. Душ стоит 139, а капсулы 16. Интересно, на сколько их хватает? Одной, почитай. Я думаю, на один раз. Я думаю, у всех только вопрос возникнет. На один раз? Ну, это на какой-то объем воды. Кому-то на один раз, кому-то... Один шауэр. Один шауэр, да? Офигеть. Ну, классно. Нет, это не воду же, это отдельно его... А, он просто отдельно это, распыляется, да? Он распыляется отдельно. А, понятно, да, он с водой он не смешивается, он как газ, короче, идет. Прикольно. С одной стороны, все сейчас доказывают, что все эти аромавещества вредные, а с другой стороны, они идут огромными шагами вперед. Не, ну вредные, вредные, все вредное, но зато настроение. Не говори, жить вредно. Это точно. Ну все, мы уже взяли купон на 20% и идем на кассу. Ну все, наша малышка едет домой. Кстати, не такая уж она оказалась и малышка. По крайней мере, в коробке. Вы посмотрите, какая она шикарная. Какая она красивая. Лерочек сегодня у нас работает загрузчика, блин. Ручки нашла. Багажник XXL, да, дочь? Ну и все впереди. Да вон дочь этот. Давай я увезу. Увезу тележку и едем домой. Так, мы с Макаром распаковали нашу красотку, уже поставили. Место мы еще и пока не определили. Будем сейчас двигать туда-сюда, мама, куда ее надо. Мам, давай ее включим. Сейчас включим, подожди. Вот, и там, в общем, в инструкции было рекомендовано выставить температуру 450 Фаренгейта и установить сразу все комплектующие и прожарить ее в течение сколько минут? 30 минут. Нет, посмотри, пожалуйста. Здесь, в общем, вот такая есть решеточка. Делать air fry, жарить лист вот такой. И вот такой лист с вкладышем. То есть сюда ложить то, что... 20 минут. Сюда ложить то, от чего вы хотите получить золотую корочку, чтобы сок весь стекал вниз.
крылышки, ножки, целую курицу и мясо маринованное, либо овощи в масле. В общем, сюда ложится, сок стекает в поддон, и они получаются хрустящие и с корочкой. Вот, так что сейчас нам надо пока... Сейчас, Мишелечка, дай-ка. Нам надо сейчас... Ой, доча, снимай, тут защита стоит. Мам, я тут! О. Давай, ладно. Макар должен же снимать, мы забыли совсем. Молодец. А я тут. Нет, я включу сама. Так, включаем. Ой, какая розетка мощная еще. Так, здесь у нас в КУ. О, как прикольно. Доча, а на что там надо было поставить? На бейк или на... 450 Airfry. Airfry? Так, это третья. А как ее тут двигать-то? Function, да? Вот. Ой. О, как прикольно! Airfry. 20 минут. И температуру мы должны выставить 450. Обалдеть, вот ребята. Вот так, это так классно. Теперь все наши листы в печке будут стоять, и мы их оттуда... Просто она настолько огромная, ее пока прогреешь, проходит полчаса. Это столько электроэнергии, а здесь такая двойная... Конвекция, и все очень быстро готовится. И, короче, легкодоступная. Нет, сейчас конфет на ночь нельзя. Так, у него левел стоит сейчас третий, а надо там... Ничего не было написано. Какой? Это два левела сразу. Включим. Пусть она их хорошо прожарит. Все, включаем старт, да, ребят? Что жарить? Ничего не жарим, разносы жарим, видишь? Пустые. Поехали. О, там свет загорелся, блин. Какая-то печка завелась, прям. Обалдеть. Она сейчас взлетит, кажется. Мне сейчас кажется, что она вот побах. Это сейчас написано прихит. Это у нее идет предразогрев. Фига себе. Да, мощно. Но она так классно выглядит. Выключи свет, Мишельчик. Ага, как самолет взлетает. О, гляньте, как классно. Вообще огонь. Выглядит прям чётенько. Включай свет. Вот, посмотрите, ей понадобилось ровно минута, чтобы нагреться. Она уже полностью набрала температуру. Кстати, стекло остается холодное. Не надо трогать. Книжка у нее интересная. Что она такого не делает? Она даже чипсы делает, посмотрите, из овощей. Мама! И может делать джерки из мяса. Мама, любого. Сухие, мясо маринованное сушит очень хорошо. Слайсами тоже чипсы мясные делает. Выпечка любая. Airfry жарит. Все что угодно. В общем, с корочкой жарит. Тосты делает. Бейгел может пожарить. В общем, вообще супер машина. Обиду. Просто класс. Мы сейчас обработали Мишельки. Отвалилась. Мишельки опять тут рано. Макарушка, собери все пакетики, пожалуйста, в коробку. Я сегодня обрабатывала. Блин. Так вам без предупреждения показала. Может, кого-то это шокирует. Товарищ наш упал. И как всегда. И вот теперь у нас мокреет. И мокреет она. В общем, не знаю. Сейчас буду опять заклеивать. И помазала сегодня уже кремом с антибиотиком, чтобы она подсохла. Может, я не буду заклеивать. Пусть сохнет, а, Мишель? Давай так, наверное, оставим. Ох.